Галерея Тенгриумайз, она ровесница независимости Казахстана, и все болевые точки, которые пришлись на культуру, на как бы, и период расцвета, и период прессинга, обстоятельств, времени. Экономика и искусство, экономика и культура, они не идут друг другу навстречу. Государство и современная культура не идут друг другу навстречу. То есть галерея идет к обществу. Государству. Мы столько много сделали предложений государственным мужам, так, руководству страны в разных вариантах. То есть огромные форматы площадок, которые бы всех объединяли, выставочных центров, которые могли бы быть толерантны для всех видов искусств здесь. И то показывали бы культурное разнообразие. То есть эта идея не прошла. Большие фестивали, форматы не финансировались никогда государством. Сторонников, партнеров со стороны иностранных партнеров, Гёте-институт, фонд Сорос Казахстан, Британский совет, Французский альянс, это государственные организации. Я думаю, что и до сих пор эти организации являются проводниками не только своей культуры, но и возможности для нашей арт-сцены встретиться разным художникам, разным поколениям, разным направлениям. Конечно, прежде всего, новые свежие идеи, новые свежие мысли, молодые художники. В том, что вот эти организации, с которыми мы работаем, которые я перечислил, они финансируются государством. Проводники своей культуры в другие страны и возможности встретиться нашим художникам и зарубежным художникам этих стран, этих всех организаций, которые здесь поддерживают культуру. Благодаря вот этим организациям дыхание и свобода этих высказываний на современном языке, она происходит, и поэтому они предпочитают часто показывать выставки именно в Тенгриумайз, потому что мы друг друга понимаем как профессионалы и понимаем, что важно. Вот, визуализация каких идей важна в современном мире. И, конечно, то, что они финансируются государством, отдельным бюджетом государственным от Министерства иностранных дел или от Министерства культуры, даже есть Министерство экономики в этом участвует, их страны, то здесь ни одно министерство, ни одна помощь от государства в какую-то либо галерею такую вот с некоммерческими проектами никогда не поступало. То есть мы не ждем помощи государства, я не хочу даже прямой помощи государства, потому что это будет тогда диктат идеологический, что делать и как делать. Искусство независимо тогда развивается, тогда оно дышит, когда оно идеологически не направлено, не подчинено ни политике, ни идеологии государственной, ни оппозиции. Культура своя, собственно, своя идеология, свой взгляд, свой вектор, своя независимость. То есть искусство изначально, оно выбирает те проблемы, которые близки человеку, его сердцу, его уму, и дает ему свободу высказывания. Поэтому главное, чтобы государство не вмешивалось, чтобы оно не вмешивалось, чтобы оно не финансировало, но освободило просто казахстанский бизнес и зарубежный бизнес от налогов, те средства, которые они вкладывают в культуру. Льготное налоговое обложение самих галерей, потому что нас приравнивают как к структурам коммерческим, да, мы платим весь спектр налогов. Ведь практически это абсурд. Мы платим аренду за помещение, хотя в Европе такие здания и такие муниципальные пространства предоставляются бесплатно, лишь бы люди из культуры не уходили, не покидали ее, работали в культуру, потому что они заведомо знают, что это не коммерческий проект. Все, что мы зарабатываем, мы вкладываем все равно в здание, в культуру, в помещение, в художников. Мы должны им помогать, чтобы они не уезжали из страны, чтобы они оставались в профессии и могли, ну, не обремененные быть рынком, не давлением рынка, не обремененные проблемами. Мы возьмем эти все проблемы на себя, подготовки выставки, продвижение выставки и пропаганда их работ, но они должны оставаться свободными, то есть выбирать свое направление, и мы это предоставляем, но за счет себя, за счет своих усилий, за счет того капитала энтузиазма и профессионализма и любви к этому, и любви к художникам, любви к культуре, это наша вера, и любви к
тем зрителям, которые к нам приходят, потому что мы не жалеем времени быть проводниками, чтобы общество и культура шли навстречу. Но участие в этом государстве заметно сказывается на культуре других стран, когда это участие есть реально, и заметно сказывается на том прессинге обстоятельств, рынка и нехватки, может быть, самих идей даже молодых художников, потому что они покидают эту профессию. Если государство в этом не участвует, прессинг обстоятельств и времени и экономики уничтожает культуру. Оно размывает ее просто. Что мы сейчас наблюдаем спустя 20 лет, это потерянное время для культуры, для общества, потому что государство в этом не участвовало законодательно, не освобождало такие структуры и бизнес от... не создавало льготные условия для расцвета этого. То есть не надо помогать, освободить, и это расцветет, потому что на самом деле культура – это дыхание, это человеческое состояние, это культурное разнообразие, которое во всем мире пропагандируется, и оно дает плоды свои. Здесь не заложено ни в одну культурную политику, ни в один закон культуры, здесь этого нет. Потому что для наших чиновников культура – это как подножный корм. Thank you.